Внимание, светофор. В стране стартовала масштабная кампания по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Пока статистика аварий на улицах больших городов остается неутешительной. Какие меры принимаются, чтобы уберечь людей от гибели на дорогах? И какую роль в этом может сыграть общественность? Из Павлодара расскажет Салават Тимербулатова. Каждый день аварии уносят жизни десятков казахстанцев. И, как правило, виноваты в этом не пешеходы, а автовладельцы. В основном дорожно-транспортные происшествия проходят из-за слабой подготовки водителей. Многие водители не соблюдают правила дорожного движения. Опьянение водителей, то есть они выпивают и совершают дорожно-транспортные происшествия. К акции «Внимание, светофор» в Прииртышье подключилась вся общественность. Первыми откликнулась молодежь. Жасутановцы, молодые гонщики и художники-аэрографы. Одни раздают буклеты, другие рисуют возле школ 3D-зебры. А спортсмены помогают чересчур активным выплеснуть адреналин на автодроме. Город – это не гоночный трек. Лучше приехать на соревнования, где специально подготовленные трассы. Такие акции нужны, чтобы водители задумались, стоит ли превышать скорость, ведь на месте сбитого пешехода может оказаться кто-нибудь из близких им людей. Первая 3D-зебра появилась на улице возле двух школ. Это сейчас дорогу временно перекрыли. А так здесь всегда интенсивное движение, и дети нередко рискуют попасть под колеса машин. Вдоль дороги до этого здесь уже установили несколько ограничительных знаков. Но и новый креативный пешеходный переход от молодежи для безопасности детей лишним не будет. Акция «Внимание, светофор» продлится до конца апреля. Помимо предупреждений, автоинспекторы совместно с общественниками организуют массовые рейды для выявления грубых нарушителей ПДД. Из Павлодара Салават Тимербулатулы, Марат Игликов и Алексей Мельницкий.